17 октября закончилось ICO проекта Dovu. Токены участникам предварительной продажи будут переведены на кошельки автоматически с пятницы 27 октября, о чем они узнают из письма по электронной почте в течение недели, обещают авторы Dovu. Напомним, что проект должен обеспечить беспрепятственный обмен данными о передвижениях между потребителем и транспортными средствами, построив первую многооборотную экономику. В интервью с KC News генеральный директор и основатель проекта Dovu Ирван Уоткинс отметил, что для ICO, стартовавшего 3 октября и продлившегося 2 недели, его команда выпустит на рынок 300 миллионов токенов. «Мы ощущаем очень сильную поддержку, и я ожидаю, что распродажа токенов будет очень успешной среди сообщества», — сказал генеральный директор. Аналитику продажи токенов разработчики обещают выпустить позднее на этой неделе.